Итак, всем привет, меня зовут Стас, и очнёмся, это компания Soft Club. Итак, четвертый Angry Birds по счету, который я буду разыгрывать, естественно, обзор которого вы сейчас видите на экране. Я, честно, пробегаюсь, пуш-уведомления, я думаю, что можно запретить. Я так очень скользко и быстро делаю обзор по этим приложениям, потому что, в принципе, тут рассказывать нечего. Значит, вам даются птицы, вот, которыми вы пуляете с рогатки, да, и дабы убить. Здесь, кстати, он называется, сейчас мы посмотрим, он называется Space. Да, это, по-моему, космос, да, что-то такое переводится. Вот здесь вот, ну, естественно, чуть графика лучше, по-моему, если я, конечно, не ошибаюсь. А вот, и, естественно, так, новые птицы. Нет, новых птиц нам, по-моему, не дают. Ага, нам надо... О, видите, здесь уже даже рисуется то, какой путь будет у моей птички. Вот, и какой суть данного круга, я даже, к сожалению, не знаю. В общем, я в этих птиц не играю, вот, поэтому ничего толком рассказать не смогу, но данное приложение я разыгрываю, вот, дабы, так сказать, привлечь ваше внимание. Вот, ну, единственное, что... А, вот здесь они тоже уменьшаются, поэтому... Так, ну, можно, скорее всего, вот таким вот образом сделать. А, все пропустил, ну, такое бывает. Нет, все-таки сбил, да, чуть-чуть, да. Итак, в общем, суть точно такая же, да, вы птицами сбиваете этих свиней, хрюшек, там, как хотите их называете, вот, у вас открывается все больше и больше уровней, здесь их, кстати, тоже очень много, вот, вы можете поделиться через Facebook и Twitter и многое другое этими птичками, поэтому здесь я думаю, что у вас вопросов не возникнет. Отключить звук, вот, ну, как бы и многое другое. Итак, что нужно сделать, чтобы получить данное приложение? Если с предыдущими тремя было, ну, все достаточно очень просто, вот, кроме Seasons, то что нужно сделать на Space? Если вы смотрите где-то это видео не на YouTube, вот, ну, к примеру, там на нашем сайте или где-то в социальных сетях, неважно, вам нужно перейти на наш канал на YouTube, значит, в адресной строке скопировать адрес данного видео и опубликовать у себя на странице ВКонтакте. После этого вы присылаете мне на почту, так сказать, с темой, значит, ну, естественно, почту вы сейчас видите на экране. Тема письма вы указываете Angry Birds и присылаете ссылку на вашу страницу ВКонтакте. То есть, если я увижу на вашей стенке данное видео, вы автоматически участвуете в розыгрыше. Если нет, то, как, ну, естественно, вы не участвуете. Срок у вас до 10 апреля. Сегодня у нас 31 марта. Я думаю, что 10 дней достаточно для того, чтобы, ну, как минимум увидеть, да, это следующее видео, для того, чтобы увидеть данное видео, да, и разместить у себя на социальной сети, так, в социальных сетях на стенке данное видео. И, как бы, естественно, мы разыграем среди... участников, да, то есть данное приложение. Оно стоит тоже, по-моему, около доллара. Они все, по-моему, стоят около доллара. Я, к сожалению, точно не помню, я не проверял. Вот, но я готов их вам подарить. Если вы не смотрели предыдущие видео, то заходите на наш канал и смотрите. До 10 марта у вас есть шанс выиграть все 5. Вот, поэтому подписывайтесь на наш канал, посещайте наши социальные сети. Вот, и смотрите наш сайт, естественно, который вы сейчас видите на экране. Вот, ставьте лайки, но это по желанию. И спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до скорых встреч.